и пролетела мимо шестизначная зеркальная цифра у банкноты 5000 тенге, который лежит на байковой поверхности 16 апреля. У этой банкноты целых 4 шестерки, между которыми вклинились девятка и двойка. Да? Если бы вместо первой девятки была бы двойка, то это была бы шестизначная зеркальная цифра 6, 2, 6, 6, 2, 6. Если бы вместо двойки в конце, да, между двумя шестерками была бы девятка, то это была бы другая шестизначная зеркальная цифра 6, 9, 6, 6, 9, 6. Но банкнота круто упсанула. Пролетела мимо такая зеркальная цифра. Но в этой банкноте есть две зеркальные цифры. 696 и 626. Ну, это является небольшим утешением от того, что упущена такая огромная шестизначная зеркальная цифра.